Это район Октябрьский. 10 часов начинается обстрел украинской армии. На данный момент мы находимся здесь. И видим, что происходит. Это район Октябрьский, проспект Кремлевский, 136. Прямое попадание украинской армии. Вчера вечером мы находились здесь, в районе Октябрьского. Это уже не первый раз такое, вон соседям попадает рядом здесь. То, что я только дома нахожусь, а здесь так вот подделаю, оно более-менее еще держалось. Ночью. Как раз. Во сколько? 1:30. Мы спали, подхватились, когда началось грохот. Это же все неожиданно, выстрела не слышно. Вы в доме были? Да, мы заходили туда. Понравилось? А кто в доме находился? Мы с мужем. Вдвоем, да? Конечно. Никто не пострадал, ничего не нужно. Ну, слава богу, нет. Единственное. Так что? Кто стреляет? Кто сделал это? Ну, снаряды летели с Авдеевки. Кто там? Я не знаю. Кто войска Авдеевки? Украинской национальной армии, да. Или бандформирование, я не знаю, как это сказать по-другому. Ужас тут. Ничего ранено тут? Нет, нет. Мы с мужем вдвоем, мы успели... Ну как, не успели, но нас не задело. Мы были в другой комнате. Ну, спасибо. Так что... Как зовут? Наташа. Очень приятно, Наташа. Да. Ничего не могу. Это этой ночью? Ничего не могу. А в доме кто-то находился? Никого не было. Я же здесь не живу, здесь все видите, все распито. Дайте воду. Мне нет, просто слова нет, понимаете? Не знаю, как дальше жить и как с этим. Сколько здесь людей проживает в этом доме? 6 человек. И никого не было, да, в этом? Никого не было. 2 сына и 2 невестки и 3 внучки. И я. Можно пройти, да? Проходите, проходите. Там никого нет, собаки нет. Мы находились в районе Октябрьского этой ночью. Смотрим 2 разрушенных дома. Попадание украинской армии. Оно до этого еще в среду, какое число было, среда, попало. Вон воронка, видите, засыпала. Вот здесь дерево у нас сидело. 2 пролетов забора нету. До этого в среду залетело, все разворотило. А сегодня ночью вот это вот все добило. Все, ничего не могу сказать, потому что не видела, откуда оно что летит, я ж не знаю. Вот пришла утром, я ночую. Где кто приютит, там и ночую. Как бомжиха вот эта, извините, с пропиской. Вот. А теперь вообще я не знаю. То хоть какая-то надежда была, хоть что-то было. А теперь вообще уже ничего нету. И не знаю, и что, и как. Вообще не знаю, что со мной будет.
Как вы считаете, украинская армия стреляет? Да, как, конечно, украинская. Какая же какая? Украинская, конечно. Чтоб им сволочам до конца жизни было так, как нам сейчас всем. Украинцы, конечно. Ну, мне кажется, это вот отсюда все летело. Потому что если бы оно летело оттуда, у нас же флигель там. Оно бы флигель попало. Значит, отсюда вот летит. Все слетит, наверное, с песок. Куйбышевский район. Проспект Кремлевский. Дом 119. Пожарная часть. Да, пожарная часть.